Всем привет, друзья! Сегодня глянем Kill Milk. У него вышел новый клип «Кукушка». Вы, получается, от него смотрели «Горизонт» и «Колыбельные» клипы. Его глянем. Как бы один трек мой подписчик, так сказать, мне написал. Дрилбит у него ник. И получается, у него тут фит с чуваком. Называется трек «Миф». И глянем еще «Оверхилл» новый трек. Ладно, давайте начнем с Kill Milk, кукушки. Интересно, что там такое будет. Я еще даже тизер не смотрел на самом деле. Субтитры. Блин, такой клип необычный, да? Такие анимации прям. Немного мурашки даже, что-то. Ага. Съемка классная, как всегда. Знаете, такой... Как бы клип такой какой-то, как... сейчас скажу. Психоделика, да, какая-то? А насчет кукушки, это да, типа так... Типа такое есть там в фильмах, да, мультиках, типа... Спрашивают, кукушка, кукушка, сколько мне осталось жить, да, в лесу? И кукушка там, типа... Типа, ну да, и так делают. Не знаю, ну как бы, такой спорный трек, да, но клип классный такой, какой-то психоделика, но мне кажется, он не для всех этот клип, как бы, там, детям бы я такой не посоветовал бы смотреть, наверное. У меня тут стоят, да, наверное, ограничения, да, или нет, я не знаю. Но в целом, интересный исполнитель, типа, ну, то есть, такой, самобытный, так сказать. Ну, классно, мне понравилось. Так, давайте глянем трек моего подписчика, так сказать, Андрея его зовут. Интересно, в каком жанре он будет петь, да? Погнали, «Миф» называется. Очень классная мелодия, классный голос, как бы такой, знаете, не напрягает тебя, то есть налегке слушается на самом деле. Подожди, скорее
Очень классный мелодичный трек, но немного хотелось бы, чтобы было это, как бы, как сказать, там 2 минуты, может, больше. То есть классная музыка, серьезно. Не знаю, насчет второго, да, кто с ним был на фите, но прям очень классно. И поет классно, и как бы... Ну, короче, все супер, я не знаю, это типа хип-хоп или хайпер-поп, да, то есть... Ну, что-нибудь такое, да, определенное. Ну, я такого, на самом деле, мало слышал. У Севентина вроде такое слышал. Но все равно прикольно. Молодец, как бы, молодцы ребята. Как бы, очень классный трек. Мне понравился, серьезно. Может, такое на репите слушать, она тебе не надоест, да. А то там слушаешь что-нибудь, да, там такое... И не голос, и не это вообще. То есть, бывают такие песни, которые... Что я послушал, да, типа, вот это классный трек. Так что, ребята, кому интересно, гляньте в паблике у Drillbeat, в ВК можете найти и песню его глянуть, кому это интересно, в общем. Так, а сейчас у нас Overhill. У него трек вышел, мы написали «Не такая», да? Как же классно то, что я скачал Spotify, это так удобно, ребят, на самом деле. И тут звук, мне кажется, лучше, да, все-таки, чем на Ютубе, да? «Не такая». От Overhill мы слушали «Молодым» и «Чувства». У меня на канале есть, и человек мне типа писал го-реакцию на Криспи, на Overhill, так они есть на канале. Как бы я ссылку кидал этому человеку, видимо, не видел меня, не знаю. О, без знакомых. Она не такая, как все, она пьет колу со льдом. Ну не, почему много кто пьет колу со льдом, да, на самом деле. Не, очень классный трек, лирический, да, такой мелодичный. Голос у него классный, как я заметил. Если вы не глянули ни «Молодым», ни «Чувства», ребят, гляньте на канале, есть. Реально балдежный трек, он очень классно делает, прям хороший исполнитель. Спасибо, что вы мне его порекомендовали, так сказать, потому что... Без вас бы я об этих исполнителях не узнал бы, Overhill, там, Plaga и так далее. То есть, спасибо, что мне советуете таких исполнителей, это очень классно. Всего им самого наилучшего. Очень классный трек, его можно тоже на репит слушать, как бы не надоест. Очень прикольный трек. Мне еще захотелось его заново послушать, но я его потом уже буду слушать, как бы, мне, как бы, ролик, так сказать. В общем, сегодня классные треки послушали, поэтому
Кому интересна такая музыка, гляньте, там, у ребят, зайдите, там, в Spotify, да, там, паблики, их, как бы, надо поддерживать, так сказать. В общем, как-то так. Все, ребят, всем треков 10 из 10, все молодцы, все классно делают. Ну, а были Гамбушки Фэмили, поставьте лайк, ставьте комментарии, подписывайтесь на Инстаграм, обязательно на Инстаграм, подписывайтесь, не знаю, там, оставляйте комментарии свои, на канал подписывайтесь, и все, всем удачи, хорошо, настроение. Блин, у нас было солнышко, сейчас уже как бы пасмурно, что-то это фигово, блин, хотел какой-то сейчас альбом записать, ну ладно, это уже не об этом. Все, всем пока.